сука, живи, бля! Все сдохли, блядь, его выживших нет, блядь. Пещерники! Ра-ня-ня-ня-ня. Давай, подумай. Начать подключение, дорогие зрители, с вами Шарон, и сегодня мы озвучиваем самое популярное, без исключений, без сомнений, самое популярное аниме зимы 2024 года «Поднятие уровня в одиночку». В сегодняшнем выпуске со мной Люпин, Сильф и, возможно, другие ребята, которые участвуют в составе нашего релиза. Будет весело, пристегните не знаю чего, поехали. Как, кстати, вам Solo Leveling? Я его не читал, но аниме-адаптация, мне кажется, хорошая получается. Я не скажу, что прям шедевр, что там есть что-то, чего не было до этого, но сделано хорошо, точно так же, как и Клинок, собственно. Сделано хорошо, качественно, история, пусть и банальная, но подана хорошо, без каких-то дурацких дыр сюжетных. И это уже хорошо. Это уже заслуживает того, чтобы это смотрели. Все, поехали. Тут Сильф, прям Сильф начинается, сцена вообще зашибись. Как вам опенинг, кстати? Вот мне он не очень нравится, если честно. Мне гораздо больше нравится опенинг в Мэшли. Звонят. Алло? Ты еще не записываешь? Начал, а что? У меня вопрос, а не хочешь ли ты записать бэкстейдж и саму серию на студии? Я тут что-то начал выставляться и понял, что можно попробовать его пописать стоя. Давай, я за. Все, ребят, все отменяется. Я еще... Ну, кстати, еще ни одной фразы не сказал. Эту серию мы будем записывать на студии вместе с Люпином. Не переключайтесь, это будет что-то совсем новое и необычное для моего формата. Сумку собрал, в лифт забежал, по лестнице поскакал. Машину увидал, сумку закидал, с Люпином по пути поболтал. На студию приезжали, из машины вылетали, до студии добегали. Но сумку, сука, из машины не забрали. Возвращались, забирали, потом штативы, свет, камеру, всякие приблуды расставляли. Дверь в студию запирали и кнопку рек нажимали. Погнали. Начинай. Можешь щелкнуть пальчиками. Убил кого-то. Комара убил. Сука, комар, чтоб ты сдох. Хорошо, пишем шум. Нет, тебе надо щелкнуть. Ой, какой качок. По нему все медсестры текут теперь. Так, это Джек. Ну ты видишь по нему, это же прям Джек. Да, о, это твой. Это вылитый Джек. Давай посмотрим тут, на смотри, него. Смотри, вылитый ты. Ага. Слушай, Рили, кто он такой? Ну смотри, какой-то чел. В доспехах паладина. Изучение контекста и материала уровень Люпин. Какой-то чел. Он паладин, этот бабочка имеем, он паладин. Ю Джин Хо, помнишь? Джин Хо. Джин Хо. Да-да, три у них тройные имена. Не Джин Хо, да. Джин Хуй, как сказал Банкорт в своей озвучке. Сухой, да. Меня тоже взяли за компанию. Рюкзаки, кажется, тяжелые. Ты как, нормально? Нормально? Ты же старше, зачем все эти формальности? Давай на ты. Хорошо. Единственное, он рот прям открывает, как не в себя. Хотя тоже нормально рифмуется. А у нас закадр, скажешь, в принципе, что? Ну да, точно. Прости, у меня уже дубляж включился. Слыхал про гендеры? Про гендер-контору, которая за стройку отвечала. Блин, можешь пародию пилить. Гендира, да? Гендиректора, давай скажем. Гендира никто не говорит. Ну, так говорят, наверное, офисный планктон, но мы... Гендиректором конторы. Да. Ага. Слыхал про гендиректора конторы, которая за стройку отвечала? 2 месяца назад он сбежал за рубеж, прикарманив 900... Блядь, сколько? Да хуя! Миллиардов! Миллиард миллиардов, блядь! Сотрудники-инвесторы просто в шоке! Шикарно, великолепно. Вот именно этого я бы от тебя добивался, если бы ты сам это не сделал. Нифига себе! А врата-то здоровенные! Дансок, как носок. Ага, его. Дансок, как ты думаешь, может они рангом повыше? Ранга Б и выше доверяют только крупным гильдиям. С простой сишкой. Господи, сишкой. Сишкой, сишкой проблем у Джина нет, короче. С сишками проблем нет у него. Ну, с сишкой, скажем, да, это типа прикольно. Цешкой только, у нас не си. Цешкой. Да, с простой цешкой. Ничего себе, ты столько всего знаешь. Ничего себе. Еще больше удивиться. Ты столько всего знаешь? Угу. Ничего себе, ты столько всего знаешь. Давай. Все. Приказ. Зарядился. Ага. Джин Ву, пойдем. Это твой такой
Носатый. Это с очками на лбу. Носатый, мы его делаем носатым в нос. С очками на лбу, чел, да? Да. Обычно в подземелье хотя бы светящиеся камни есть. Давай еще. Я могу больше в эту сторону. Обычно в подземелье. Хотя бы светящиеся камни. Ага, я есть. Понял, вот это вот. Ты смотришь туда-сюда. Давай. Вот обычно в подземелье хотя бы светящиеся камни есть. Это вообще левый какой-то другой. Давай, подожди. О, мужика включи. Давай. Тут повсюду дыры. Давай, не так сильно хрипло. Давай. Тут повсюду дыры. Сверху! Пизда ему! А, муравей, бля! Муравей, сука! Что делать, бля, муравей, бля? Не надо! Муравей, бля! А, сука, живи, бля! Блядь, жалко, экран не записывается, это везде. Экран записывается. А, все, заебись. Муравей! Муравей! Есть! Есть муравей! Блядь! Капитан Джек Муравей! Джек Муравей, блядь! Все, есть. Поехали. Есть! Ага, защищай, защитник. Герой. Дыши! Фу, я взял щит, ёпта, я сейчас всем наваляю, блядь! Давай. Офигеть, у тебя что, с собой мёд? Ты пчела, я пчеловод. А я спустил мед. И я помогу. Давай, я помогу. Я помогу. Я помогу. Отлично, давайте побьем их. Отлично, давайте посрем. Раньше было вперед. Вперед! На! Выживших нет! Мы закончили! Все сдохли, блядь! Выживших нет, блядь! С этим подземельем закончили! Джин Ву, ты видел? Видел, как круто я монстра убил! Ты видел? Ты видел? Ну, побольше вот да, этого! Да-да-да! Ну ты видел? Видел? Да-да-да! Джин Ву, ты видел? Видел, как я круто монстра убил! Дзынь! Блядь, дзынь! Он сказал дзынь, блядь! Скажи сгинь! Сгинь! Мужик! Ага! Спасибо! Шикарно! А можно посмотреть твой контракт? А можно посмотреть твой контракт? Пожалуйста, поделись. Ну можно, пожалуйста, мне интересно очень, да, давай. А можно посмотреть твой контракт? Но это комната босса, и вы оставите нас здесь одних? Мне кажется, вот на одних надо прямо сделать. Одних? Вы оставите нас здесь одних? Одних? Вы оставите нас здесь одних? Одних? Да. Ага, я понял, давай. Но это же комната босса, и вы оставите нас здесь одних? Так нельзя. Останови их как бы. Так нельзя. Ага, так нельзя. Немножко покруче. Давай. Ты как бы... Давай, герой. Слышь ты, ёпта. Так нельзя. Так нельзя. Ага. Так нельзя. Так нельзя. Давай. Так нельзя. Еще, ага, давай, еще, давай. Не? Так нельзя. Вход обвалился? Почему? Вход обвалился? Почему? Ага, давай. Вход обвалился? Почему? 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 Больше вопросов. Ты удивляйся. Ага, да. Почему? Кажется, нас наебали. Блять. Давай. Выродки ебаные. Мрази, блять. Разорву нахуй всех. А? Что, прости? Хороший, такой же хороший дубль. Я убью нахуй. Потом они поменялись местами. Поднятие уровня в одиночку. А, здесь ты есть в этой сцене. Качок! Давай. Сейчас пресс напрягу. Смешно, конечно. Вот. Но тут качался, чуть-чуть подустал немножечко. Такой разгоряченный такой, давай. Да, проснулся. Удачи тебе в школе. Так, что она говорит? Ты чё, качаться начал? Ну, есть немножко. А я есть множко. И не качаться совсем. Так, на тебе ничего там она говорит ему. На тебе... Тебе не облачко. А, на небе не облачко. На тебе не облачко. На небе не облачко. Рюкзак и без того тяжелый. Ага, давай, тут улыбнись. Улыбаемся и машем, ёпт. Счастливо. О, хорошо, тепло так прям. Отжимание, подъем корпуса. Начни свой. Качалка. Он уже, кстати, вот это все сделал, нихера. Ох, нихуя, 100 отжиманий, я, бля, в жопу, бля, наебал, нахуй, так хуйню, бля. Давай. На пробежку выйду позже. Блять, это так смешно после твоей фразы, ты так переключился. Бля, отжимание, я ебал. На пробежку выйду позже. На пробежку выйду позже, бля. Мускулы. Интересно, бля. Давай, подумай. Откуда они, блядь, взялись? Нет, что за хуйня? Давай, мускулы. Подожди, я хочу переслушать. А вдруг с повышением уровня я стану как бодибилдер? Бодибилдер? Бодибилдер. Дер, мягкое. Бодибилдер? Бодибилдер, да. Бодибилдер. Стану дебилом. А заодно выносливость, да и восприятие лишним не будет. Интеллект, скорее всего, влияет на магию. Может, пока без него обойдусь? Ладно, похуй. Интеллект похуй, главное дать в морду. Алло? Нет, рано.
Рано позвонили, блядь, за Да, блин, я не понимаю, где он начинает орать, потому что рот открывается раньше. Еб твою мать, блядь, Джинву, нахуй ты рот открываешь заранее, блядь. А мне кажется, хорошо, слушай. Я сейчас все перечислю. Чуть-чуть посуетливее, такая комичности создаст. Нет-нет. Он уже вроде бы машина, а вроде боится, блядь, платить за квартиру. Нет-нет, не нужно, я сейчас все перечислю. Отлично, хорошо. Сука, бля. Перечисляй медленно, нахуй. Просто он говорит, сука. Конечно, спасибо вам. Да, хорошо, так было. Поклонился даже. Чтобы заработать, нужно ходить в высокоранговые подземелья. Но кто туда позовет жалкого рангового суку ебаного? Уебана кто позовет туда? Меня точно не оставят в покое. Еще хорошо, если, блядь, пидорасы в СМИ, нахуй. Ёб твоего! Дома, блядь, а мы на улице, алё, какой дома? Это не носатый, случайно? Почему он то один? Нет, это с прической пушистой. Да и хер с ним, пошёл он нахуй, все они пошли нахуй. Чего, упало? А, пустая бутылка, все нормально. Слава богу, не монитор. Ну там ты. Я думаю, ты будешь ловить. Тут хорошо. Я пойду без целителя. Ого. У него явно богатые, блядь, не успеваю. Именно по этому показателю ассоциация и присуждает ранги. С простой сишкой проблем быть. Сишкой. Убил нахуй. Не, похуй. Вообще нихуя. Блядь. Не первый год охотником служу. Меня, блядь, пятый год пиздец в этих подземельях. Заебался, блядь. Потихоньку привыкнешь. Да, так прям, мой пиздюк. Я их слышу. Нет, ёпта, я испугался, а он не боится, он думает, блядь. Блядь, ёпта, я испугался. Я их слышу. Они, ёпта, здесь, мрази, муравьи, ненавижу, блядь. Однажды в детстве я упал в муравейник, блядь. Яйцами. С тех пор, блядь, ненавижу этих мразей ёбаных. С тех пор на яйцах ничего не растет, блядь. Я их слышу. Они здесь. Что за твари всей толпой, блядь, суки мрази, нельзя так. Да, я понял, ага. Какие такие твари могут так делать? Не, что за твари? Да, просто я почему-то что за твари воспринял как оскорбление, типа, что за твари? Я понял, нет, это, да-да-да, это другое. Против нас насекомые! Чё, реально, бля? Дави насекомых тапками, ёпта! Сверху! Чтоб все внимание обратили на всю пещеру, сверху! Пещерники! Атакую на пролом. Там, блядь, ее носки тун-тун-тун-тун-тун-тун, да, такой. Сверху и там тун-тун-тун-тун идет, ёпт. Сверху! Аж плюнул, ёпт. Хорошо, только перегрузили, по-моему. Сверху! Не, посыла недостаточно, значит, просто поорал, а надо именно... Ёпт твою мать, спасайтесь, блядь! Да-да, вокруг, ребята, блядь, сверху! Сверху! Да. Сверху! Юхван, ёпта! Мы вместе, ёбаном! Мы вместе, мы вместе! Давай, прости. Только что какая-то лампочка села. На другую, которая зарядилась. Лампомен! Миноламп. Хорошо, что у нас их три. Нет, а нижняя прошла. И хорошо, что еще не села камера и не закончилась. Не лезь, оно тебя сожрет, бля! А у Джанхо, похоже, броня мня-ня-ня. Ня-ня-ня-ня-ня. Вроде и хорошо справляются, но что-то... Что-то попахивает говном. Что-то тут не так. Носок, смотри! Я принес тебе второй носок! Это твоя пара! Можете пожениться! Джинхо, твой меч и щит хуйня. Не знаю, как объяснить, но нам следует быть осторожными. Ой, блядь, что-то, блядь, громахнуло! Не беспокойся, я просто пернул. Поехали дальше. Рюкзаки не особо тяжелые. Да и не так уж плохо получить деньги. Вот, вообще, деньги люблю. Да и не так уж и плохо получить деньги, не участвуя в бою. Он не участвовал в бою? Я так понимаю, нет. Он же смотрел, оценивал. Ну да, иначе что означает без боя? Но при этом им нужны дополнительные люди. Покусанные и дохлые пидоры! Да мне похуй! Вали. Блять, я вижу, причем у тебя внизу вал отрезан. Это что, блядь, скажет ли? Валяй, вали. Держи. Донсок, облежи мой носок. По правилам, на покорение С-рангового подземелья нужно 8 охотников. Так почему у них нет никого, кого бы они всегда ебали за компанию? Как раз ебут они за компанию постабильно, я так понимаю. Двух людей. Так и знал, ёпта, уёбки! Так и знал. Вот выродки. При желании можно выбраться и задышать. При желании можно выбраться через верхний ход. Между нами. Давай. Между нами буквально пропасть. Между нами буквально пропасть. Нет. Такая ли пропасть? Беру свои слова. Нет, давай. Ты все-таки ухмыльнулся, бля, сейчас будет заруба. И тут тоже. На контрасте. Типа, беру свои слова назад. Да-да-да. Такой, нет. Погоди. Такая ли пропасть?
Ня! Нет, погоди-ка. А пропасть ли? Беру свои слова назад. Джин-Хо, ага. Иди нахуй. Джин-Хо, не двигайся. Я возьму эту тварь на себя. Я убью ее. Ты голос чуть добавим. Давай. Я убью ее. Я убью ее. Я убью ее. Угу, хорошо. Тем временем где-то очень далеко. Блядь, я еблан! Я ебанат! Я такой ебанат! Господи, я все это озвучивал под ебучим компрессором своего этого звуковой карты. Поэтому все так хуёво звучало. Да, ты за этот месяц еще не платил. Опа, я его знаю! Пацан, живая легенда! Опять, блядь, хуйню начал нести. Ща. Опа, я его знаю! Пацан, живая легенда! Что, реально? Это я типа смеялся. Такой размерчик редко увидишь. Но тут ничего, кроме пенисов, не идет. Это... Получается, где-то сидит тварь еще сильнее? Воздуха не хватило. Получается, где-то сидит тварь еще сильнее? Я не говорил, что я пиздатый шоумен. Но я писать хочу очень сильно. Иногда в нашем деле попадаются отвратительные типы. Типы. Я это помню. А теперь снова недалеко, а здесь. Ха-ха-ха. Оно. Видела его уже? Какой он горячий красавчик. Даже странно про брата, да? Ну, что про брата, это роль. Это... Да что, горячий красавчик, по факту. Прям вообще девочки. Поехали. Такие. С виду обычный парень, а как разденется, качок. Не забывай про... Давай. А, скажи. Подруженька, ты там видала, как красавчик вот это. С виду обычный парень, а как разденется, такой накачанный. Поехали дальше. Так это там сливки. Ой, извините, вы простите, это мускулы, хуюскулы, поехали. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня у нас особый гость. Это не похоже, знаешь, там на Россию. А я поняла, здравствуйте, сегодня у нас, да, новости. Это да. Не вести, это что-то типа... Милых подкастов. Да, мы вечерний Ургант, хуюргант, вот такого формата, да, только женский. Доброе утро, дорогие зрители! Сегодня у нас особый гость. Гвоздь. А что нам ежедневно он говорил? Если заниматься ежедневно, в бою будет тяжко. Качок. Если не заниматься ежедневно, в бою будет тяжко. Ежедневно? Звучит очень сложно. О, проснулся, улыбнулся. Ты что, Узе? Ты что, уже встал? Ну, качок, брат, внезапно встал. А парни, оказывается, до самой старости растут. Прикольно. Ай, ну отстань ты. Отстань ты от меня. Ай, ну отстань ты от меня. Ай, ну отстань ты от меня. Все, по-моему, да? Концовку сделать, все, пока. Нет там больше тяночек? Чего нет? Тяночек нет? Больше не было. Включи паука злого в конце. Небо. Да, я паук, и чё? Да, я паук. И чё ты мне сделаешь, ёпта? Нет, я паук, и что? Вот этого паука я хотела озвучить, но почему-то он не заговорил женским голосом. Это меня, конечно, возмутило, но что? И паук такой на весь экран. Какой он горячий, красавец. А Шарон доверил мне важную миссию. Он сказал, что он не сказал концовку, и концовку я должна сказать за нас, да, обоих. Да, и записать шум. А, точно, это тоже важно. Шум. Достаточно? Ожимание, приседание, подъем корпуса. А тебя не слышно, как ты это все комментируешь? Все слышно. Все слышно? Конечно. Шикарно. Отлично. Отжимание, приседание. Спасибо большое, что смотрели этот выпуск. Спасибо Адитар, что он его монтировал. Спасибо Люпину, что он все этого помог красиво, круто в студийно снять. Смотрите с нашей озвучкой. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал Шарона. А я, Сильва, тоже молодец. Не. Все, пока. Итакимас. Я в школу. Ну охуенное же аниме, ну че выебываются люди, я не понимаю вообще. Удачи, спасибо за просмотр озвучки нашей, ебать, анилибрия.тв, нахуй, ебитесь. Соло левелинг. Она такая говорит, братишка, ты че начал качаться? И он такой, да, есть немного, качаться в смысле, соло левелинг поднимать. Все, останавливайся. Я могу еще дайджина показать. Сузуме, клевая, а вы... Тоже милашки. Поставь кота на место. Какой-то голос у меня в голове сказал, чтобы я поставила кота. Покажись. Я же заикался. С вами была Анилибрия. Мы озвучиваем соло левелинг. И он выходит по ночам. В 2, в 3 часа ночи. В этот раз, скорее всего, в 3, потому что на студии писали. Анилибрия never sleep. Ну, что поделать.